чтобы проверить, ставим на диоды. Вот это вот наш нерабочий. Как проверить? Легко. На исток. Вот они, наши показания на истоке. Здесь у нас открывается ключ, и ничего не происходит. То есть показания не меняются. Смотрим, что у нас здесь. Допустим, для наглядности, чтобы было видно. Ставим плюс сюда. И проверяем на истоке. На истоке 470. Затвор касаемся. И опять на исток. На истоке 100. Что там? 29. Этот рабочий. А наш полностью нерабочий. Так что попробуем завтра поменять схеме, посмотрим, что изменится. Ну, еще раз проверим. Значит, так, чтобы было лучше видно, повернем сюда. Вот так. Поставим. Вот. Делаем. Так, сюда. На истоке у нас. Хоп. Касаемся затвора. Хоп. Поменялось. Здесь у нас на истоке. Хоп. Касаемся затвора. Ничего не меняется. Потому что подгорел нерабочий.